Это, по-моему, икона, блядь. Икона, да, блядь, куда, сука? Бля, слышно, ты на то ли на гангстера похож. Нам круто по 10 лет, блядь. Ребята, если вы оперативно наставите 10 тысяч лайков, Ryzen и Акул заскочит ко мне еще раз, и мы сделаем для вас еще один классный видеоролик. Алоха всем, друзья! Снова рад вас видеть. И мы сегодня собрались с компанией, которые захватят эту страну, блядь. Спасибо! Спасибо всем, кто сегодня пришел ко мне в гости. И все это дело не просто так, потому что у нас сегодня будет легенда. И непростая легенда. Я нафармил токенов, чтобы открыть легенду 89+. Йо, там и прайм может быть. Там и прайм может быть, да, вау. God damn! Но перед этим есть разминочные 20 пиков, которые я вчера фармил. Опа, давай. Играем на респект чисто, наверное. Чисто на респект. Чисто на респект. Я начну первый. Вообще Мбаппе, бля. Че, как вам Москва вообще, пацаны? Вообще хорошо. Ебать, информ, блядь, хорош. Вау! Вау! Марк Найн. Ну, сразу видно, не фифер, да, рука не фартовая. Москва нормальная, но ты знаешь, этот график, я похож на какую-то суперзвезду, съемки каждый день, или проститутку бесплатную, я уже даже не знаю, как это называть. Ребята, завтра в АПЛ-ке крутейшая заруба. Ливерпуль будет играть против Манчестер Юнайтед, и у наших спонсоров из компании OneX вы всегда можете сделать ставочку по закрепленному комментарию или же просто перейдя по моему классному QR-коду. А если вам нужны монеточки, мой сайт PandaCoin всегда готов к вашим услугам. Ссылочка в описании. Ебать! Слышь, не, я пока лидирую. Ну что, финальный? Финальный, давай, завершающий. Давай. Харикейн! 86+ еще у меня есть. Сладенькое. О! Понятное дело, о, блядь. Обычная карта, бля. Бля! Бля! Понятно, братан. Земля пухом. Бля. Честно. Похуй, давай, сдонас. Так, 7 редких игроков, 81+. Какие-то уникальные паки. О, такие первый раз вижу. Я второй раз вижу. Так, волкаут будет? Охуенно волкаут! Да ну нахуй. 87. Это икона, не? Чего? Это, по-моему, икона, блядь. Ебать! Да ну нахуй! Фрэнк, ебать! Это он меня наебать хотел, блядь, в карьере! Фрэнк меня наебать хотел в карьере, слышишь? Бля, мне первый раз легенда падает, блядь. Это жестко, блядь! Ебать, ну это, конечно, не самая жесткая легенда. Ты чё, это лучшая, нахуй? Ладно, всё. Самая лучшая легенда! Как говорят и подсказывают мне пиздец, слева. Пиздец, там две, понял, мне кажется. Две? Бля, ебать, что это было? А это продать можно еще, тут еще, блядь, вы... Бля, ну 200 кусков на дороге не валяются, так или иначе, приятно, первая легенда поймана. Бля, вообще... Как человек выебывается, что его моя легенда, блядь. Ну мне кажется, сегодня вы меня уже не переплюнете. Есть такое предположение, да? Да, конечно, нам. Да, даже... Все, я весь фарт, кажется, вложил только что в Лэмпорт. Ну, мне икона тоже упала, кстати. Икону первым, бля, паком поймать. Пиздец, да. Пиздец. 85, сам нормально на какой-нибудь СБЧ улетит. Да, в Купер. Я просто сколько паков открыл, мне ничего не падает. О, волкаут! Волкаут, блядь. Так, это не икона, судя по всему. Англия. Форвард. Харикейн. Бля, второй раз Харикейн. Два назад на вытовый. Вас что-то связывает. Так, ну что, финальные два пака по 100 тысяч. Давайте их скроем. В эти паки я вообще не верю. Давайте закроем глаза. Давай, я закрыл. Так, все, можно открыть. Ну, типа, интрига была. Есть волкаут или нет? Бразилия. Врат Алисон, да? Эдерсон. Ну, это волкаут. Это волкаут, да. О, два волка. Бля, хорошо, не Ди Мария, да? Подумали бы Месси. Еще, не, еще. Нет, не прошло, не прошло. Блядь, да, блядь, нахуй ты сказал? Братан, ну я... Да уже прошло, блядь. В Марокко поедем, слышишь? Сейчас я покажу тебе один склад охуительный. Просто оцените по 10-бальник. Этот склад... Да. Сколько в нем, я тебе хочу сказать, боли и пота, блядь. Ты не сам выполнял. Я сам выполнил. Ахуй, это респект. Ну и переходя к нашим корешам из OneX, не забывайте про мой промокод PANDOS. 17 токенов.
пацаны, давайте, как-то их надо грамотно распределить. Можно как-то два вот это... Два ультимейт хочу. Можно два ультимейт, вот эту хуйню или вот эту вот хуйню. Тут есть 89+, тут 16 токенов. Если мы берем этот пак, то остальные уже все. Мы давай не этот давай один, один, давай один этот, пак, а. Или можем взять вот со средним прайм кумиром, взять два ультимейта. Да, давай его, давай, давай вот его, это, да, да. Потому что мы вот хотим это. R9 96-го. Ну, бля, я вот эту черточку не верю вообще, бля. Нет, есть, я тебе отвечаю, 100%. Может, бля, 89+. Бля, 89+, там шанс поймать код классного чуть выше, чем 89. Кого, блядь? Бля, сейчас упадет, блядь, средний, блядь, Лэмпорт опять. Ну, это хуйня, мне кажется. Или взять базового кумира на выбор. Да, бля, очень сложный выбор, блядь, ну пиздец. Ну, ты понимаешь, что есть любой средний кумир может упасть. Вообще, любой блядь. Средний кумир. Там вообще, этих кумиров ну, там средних. Там Антипила может упасть, Рикельми, блядь. А вообще. Тут, ну, типа, 89+, по теории вероятности, шанс больше поймать что-то годное, нежели здесь. Потому что здесь да, полный рандом. Здесь полный рандом. Если тебе упадет плохой игрок. Ты представляешь, что будет вообще в комментах? Они будут говорить, ебать, ты заднюю включил пандос отписка, блядь. Точно, да, вот это открываем? Я за, я за. Бля, мы очень долго думали, блядь, и решили все-таки рискнуть и поймать Прайм Роналду. Хотя... Шаг. Все, делали, блядь, нахуй, шаг. Ребята, блядь, я это сделал, yeah. Пиздец. Давай, я это сделал. Давай. Средний, все. Премиум. Давай, давай, пандос, не бойся. Но, перед этим два ультимейт. Смотрим, а, смотрим, закрываем, смотрим, да. Не видим. Все, так, поднимаем. О, ебать, синий. О, ебать. Хорош. Дорес. Ультимейт, 75. Бля, вот на что вы меня подтолкнули? Что это за хуйня, блядь? Да не, волкаут есть. Бля, два ультимейт пака. Лучше 89 открыли, реально. Без волкаута, бля. Сука, два ультимейт, бля, это лучшие шпаки, 30 редких предметов, бля. А я говорил, бля, собери на Верочку 89. Бля, вот у ёбки, блядь. Так, я скипаю. Закрываю, все, сейчас. А, логично, кстати, скипать не можно. Так, сейчас он там скипнулся, это все. Блядь, ну все, самая страшная хуйня начинается. Давайте по порядку, Хорватия. Хорватия. Дальше. Так, Чехия, да? Чехия, Чехия. Бля, может сразу это... киперов посмотрим? Всех? Не-не-не, не надо. Ладно, похуй. Чехия. Чехия. Он у меня был. Ах, бля. Ну, от Далглиша я не откажусь. Далглиш разъёб. Украина это... Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо, блядь. Уэльс, блядь, Раш. Раш и этот, Гикс. Бля, Япония. Бест, бест. Бест разъёб. Нет, Сербия, там Видич, Видич, и это не Видич. Россия, ну это лучший, патриотично. Форварда. Не хотелось бы, блять, это арендованный, блять, сука. Нигерия, блять, Акоча, пожалуйста, не заскакивай. Спасибо, блять. Так, это не Ирландия. Италия, блять, вот итальянцев я тоже боюсь пиздец. Не-не, это в топовые нации. Так, Испания, кто там еще у нас? Камерун, Камерун. Бля, ну вот самой Лето было бы хорошо. Это жестко, пиздец. Бля, Казахстан, бля. Может, это акул? Бля. Акул здесь. Акул здесь. Акула. Мы его и так поймали, да? Дания. Блять. Дания, это вообще-то верно. Голкипера тоже не хотелось бы. Блять. Фу, бля. Слава хорошо, богу. Только сыночек. Там здесь. Еще Лаудру, понял, здесь. У меня опорников уже достаточно. В принципе, он в состав мне нахрен не всрался. Это было бы сильно, но не в этот раз. Так, стоечка. Стоечка, ну, да. Такое. Не, это не очень вариант. Фу, слава богу. Все. Топовые нации. Все? Да, да. Ну и вот, друзья, остались самые топовые нации. И отпишите в комментариях, как вы думаете, кто мне упадет. Не смотря дальше видос. Просто интересно, угадаете вы или нет. Похуй, сразу Бразилия. Давай. Это не R9 в прайме, к сожалению. Фу, бля, там Занетти может быть. Надеюсь, фу, бля, это арендованный, нормально все. Франция, Франция, и это, нет, никто, бля. Бланк? Бланк у меня был уже. Поебать, это гулит, ребята, это гулит. Ах, что осталось? Да, там что-то... Португалия только топовая осталась. А, Эйсебио. Эйсебио. Подожди, подожди, давай с плохих. Потому что Португалия это последний шанс, да? Да, 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 реально. Судя по всему, мне что-то такое все упало. Испанцы, бля. Гвардиола был? Не, был. Видоса не было с Гвардиолой, но просто имейте в виду, что это еще одна пососная икона, которая упала мне с гарантированного пака. Бля, если это опять итальянец, ебучий рот. Мне постоянно мне 4 итальянца упало с гарантированных икон, ты понимаешь? Давай. Ну давай. Похуй, ты блядь, пляшем, был. Блядь. Охуенно, блядь, это ебаный Гатуза! Иди на, блядь, это ваши ебаные паки, блядь. Я упал. Да какого хуя, блядь? Ебучий итальянец, блядь, ну это хуйня, блядь. Ты посмотри, раз, два, три, четыре, пять ебаных итальянцев, блядь. Мама мия! Одно разочарование, блядь, нахуй. Нормально, вот, 90. Пандос, зато нам упал, бля, продаваемый Лэмпорт. Чё ты начинаешь?
Бля, ты знаешь, сколько времени я потратил на эти ебучие токены, блядь? Бля, ну 5 итальянцев, сука, ну какая это хуйня, может, блядь. Может быть, съездим в Рим летом, как границы откроют, не хочешь? Думаешь, это как намек, да? Конечно. Да. Есть что добавить? Что добавить? Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал, как Акулу все и Counter-Strike и FIFA. Добро пожаловать, блядь, Гатуза. Вот это все иконы, которые я открывал там, загарантированные, хуированные и прочее дерьмо. Вот что из этого всего, блядь? Адекватный можно считать. Блана только. Охуеть тебе состав играющий. Чисто фул Италию скоро соберу, блядь. Ладно, всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, лайки там, я не знаю. Подписывайтесь на канал. Я надеюсь, ролик получился нормальный. Нормально, пойдет. А с паками, паки не имеют уже никакого значения. Скоро команды года выходят. Да, вот это тогда, бля, тогда, блядь, попизди. Все, чао, какао. Пока. Пока. Бал я в рот этих итальянцев. Да ладно, две иконы, блядь.